перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет. Миша в деле. Напишите, как вообще слышно, что-нибудь нет? А, спасибо. Спасибо от души. А, братуха Макс. Огонь, ты здесь. Бро, с днем рождения, спасибо. Как настрой? Настрой в порядке, боевой. Готовлюсь к концерту, зажгем с вами вместе. Сейчас слышно или нет, напишите. Слышно четко, отлично. Как видите, в этот раз вышел нормально вроде связь и звук. Подготовился. Это хорошо, очень соскучился по вам. Так получилось, что мы с вами встречаемся 2 числа каждого месяца, как-то так завелось. Вот, и сегодня как раз этот день, он совпал как раз с днюхой, действительно. Да, брат, все понял, Макс, держи краба, душа. Так, Орехова здесь опять, следит, да, за мной постоянно. В СПБ будем 22 декабря в клубе «Экшн», качнем по полной. Сибирь тоже привет, уважуха. Больше не пропаду, надеюсь. Отмечаю в порядке. Занимаюсь мерчем, всякими движухами. Репетовали сегодня конкретно, по полной. Вчера, позавчера. Прайд дружен с днюхой. Гена и 1.8 на местности. Не получилось пока отметить. Скоро все увидимся. Помню днюху в Магнитогорске. Швейцария тоже уважуха. В магнитке было люто. От души. Вам тоже. Вы даете мне силы вообще для того, чтобы все это делать. Уважуха каждому из вас. Вообще, прайд реально дружен. Прайд сила, прайд деле. Иркутск со мной, я с вами. Доброго здоровья. Мистер Большие Яйца, с днюхой тебя, Ступина, тоже, как всегда, с тобой. Вот, днюху хотел у вас увидеть очень всех, потому что каждый из вас, это, я уверен, по духу близкий мне человек. Всем вам уважуха, друзья. С днем рождения. Так, Самара на связи. Из Коломны, респект. Из Харькова, от души, Миша, с днюхой, бро, привет от Варана. Единственный концерт, ну, походу, в этом году в Москве. А, Китович, брат, привет, Сарина, Миха, когда новый трек? Уфа с вами. Новый трек, да должен быть вообще чуть ли не сегодня, завтра, я не знаю, не успеваю ничего сделать. Привет из Черновцов, здравствуйте, всех благ из Уфы, вам тоже от души. Я надеюсь, увидимся в «Огнях Уфы», читал несколько раз. Очень круто встречаете там. Интро для тех, кто в тачке. Знюхай, бро. Башкирии привет мне передай, пожалуйста, Октябрьский. Передаю. Миха, мы ждали все эти годы, не теряли надежды. Все верно. От души спасибо. Это приятно. Ждем Воронежа. Пройдружен, знюхай от души. Клип ждать. Чуть ли не сегодня, завтра тоже, я надеюсь, вот он выйдет. Съемки были очень интересные, 2 клипа в монтаже. Это реальная история. Я даже не думал, что так будет, что у «Красного дерева» появится свой видеоряд. Я очень рад, парни. Димон, брат, ты знаешь все, Никитос. Все четко будет. Миха, знюха, отдыши. Ставрополь вообще тоже. Уважение к вам летит от меня.
Был там много раз. Так, ты один. Миша, Нижний Новгород с тобой. С днем рождения, бро. Миша не бывает один давно. Со мной мы близкие очень много. Из разных направлений. Прайд стилит, друзья. Соседи меня ненавидят из-за музыки твоей, прайд дружим. Качает. Сегодня качал сам. Фартумасти, что это? Коломна тут, Миша, будут концерты по городам. Конечно, я надеюсь. Орла, привет. И Мишаня Курган, приветствую тебя. Вырос на твоей харизме. Чуваши на связи. Читани пару строк. Пара строк. Запорожье видели из Нюха. Привет с Шайковки. Его братка. Кала совместная со Слимусом. Блин, незнакомый еще, так лично с ним. С удовольствием можно рубануть. Нормально. Еще раз с днем здоровья, Китович. Ай-яй-яй, красава. Из Набережных Челнов привет. Так почему единственный, если Питер? Ну, единственный в Москве, походу. Так. Кстати, на сегодняшний день, по-моему, было около 40 билетов, что ли, на концерт оставалось. Может, даже меньше. Поэтому, если что, друзья, я хотел бы увидеть каждого из вас. Поэтому, если что, торопитесь. Билетов почти не осталось. Клуб оказался слишком невелик. Так, из Набережных Челнов привет. Ес, тоже там были. Круто было, так почему так? Снюхай, Мишаня. От души. Сделать трек с пауком, не знаю, кто это. Мишаня, вопрос. Я вот сам далек от какой-либо религии. Как ты относишься к темным делам, которые занимаются церковью? Вообще, к темным делам не очень хорошо отношусь. Светлые дела надо стараться делать больше. Мишаня, есть планы в Ростов с концертом? Всегда, всегда Ростов от души. Красавцы. Зачитай. Привет. Миша, приезжай в Швейцарию, встретим, концерт дадим. Ну, можем как-нибудь устроить. Я твой поклонник, циник, мученик и просто пацан достойный. С днем рождения, с днюхой, спасибо. С днем в Воронеже, паук в Америке. Здравствуйте. Так, Михаил, ага. С Волжского привет. С Рустом не ссорились. Михаил, где ты был столько лет? Где только я не был. Казану. Кто это? Казану, привет. Привет моему братану Диману Косяку. Вы знаете, друзья, что у нас новый мерч, а он уже есть. Если надо же показать, он хотел. Какие варианты разные от души вообще. Скоро в группе ВКонтакте можно все это будет купить. Вот. Каким-то там, не знаю, какие-то варианты будут там. Вот такой вот есть. Шапки вообще огонь, сам хожу в них. 3-1 наш лого. Вот есть такие вот варианты, тоже черные. От души, все вообще сам лично. На контроле, прайд здесь. Серое тоже прайд, сам ношу, радуюсь. Так что, 15 лет я ждал, когда будут шапки. Вот они наконец-то есть. Скоро будут футболки, худи. Они уже вот на днях. Чехлы. Я сейчас своего телефона сниму, покажу вам. Разные штуки будут, много всего. Карты игральные. Много приколюх. Вот, наконец-то, вот такие шапки. Yes. Просто. Друзья мои. Сейчас я даже одену. Ай. Вот так вот как-то. А просто светится здесь. Такие вот черные. Разные цвета, разные исполнения, много всего. Привет, Вичуги, привет. Диману Косяку, привет. В 12-м в Днепре выступал. Была пушка, ждем снова в гости, с новым материалом обнял. От души, Днепр, обязательно. Увидимся. Вообще, как мне нравится. Каждому. На концерте тоже будут они, можно будет приобрести, покидаем их. Недели до концерта ровно, да. Привет, брат, твои треки бомба. От души, от души.
Спасибо. Салют из Соликамска. Михаил, так, с Днем работника культуры в Киргизии. На английском треке, блин, маловероятно, я не знаю. Мерч-продажи скоро, походу, да, вот. Хаски машина, красава. Добрый-добрый, поздравляю, привет. Катывай на Байкал, пока живой. Я был там. В Иркутске читали. Воспитание сына проходит в строгости. Да, не особо. Мерч как заказать? Скоро можно будет. От души стелишь. Спасибо. Клип скоро. Привет из Беларуси вам тоже. Всегда с большим удовольствием туда ехал. Какой-то кусочек детства как будто там остался. До 9-11 будут еще треки. Должно быть 2 или 3, но я не успеваю, блин, не знаю, может 1. Да, долго, долго гриба бегал. С днем рождения. Сколько треков будет в альбоме? Я не знаю вообще насчет альбома, ничего не думал. Знаешь, что готовится 2 видоса. Делаем тату-студию, сейчас собираем 3-1. 3-1 в деле. Вот, надеюсь, там может быть небольшой шоурум с одеждой. Со всякими приколюхами. Не знаю, что. Хотел бы свою прикольную воду еще сделать. Питьевую. Сейчас. О, прикольные чехлы. Очень приятные. Еще много всего сделал. Но сейчас показать не могу. Сейчас. Но скоро покажем. Так, так, так. Худи вообще будет бомба тоже. И футболки. Должны быть футболки. Совместка в планах с Трутнем уже готова. Скоро на днях, я думаю, вы услышите его. Тарас, души, брат. Скоро, я думаю, вам заценит я. Так, у клуба парковка. Блин, я ставил тачку, да. С днем рождения, спасибо. На концерте будет открыто таинство 31-го прайда. Нет, не будет. Это серьезно, опа, класс. Так, Шила, Миха, ты очка, ты тебя ждет Воронеж. Воронеж был там всегда. С днем рождения, бро, здорово, Шила. Шила будет. Я не знаю, только что-то нет у меня с ним связи, я бы с удовольствием с ним сделал, у меня даже минус есть. Если Антоха, если ты видишь это, маякуй. Велика тоска по Ксандеревчику оказалась. Как успехи с магазином? Никак вообще. Просто делаем... Для своих мерч пока. Мерч для близких, лютый мерч. Он душевный. Сейчас. А? Продели. Не, читать не устал. На концерте, наверное, сфоткаемся. 13 лет жду. Я был в Сургуте за это время. Hey Man Pride, Мурманск с тобой. Когда запись Нагана? Не знаю. С днем рождения. Как ты с Типси Типом? Будет совместка? Я надеюсь, что будет. Мы еще не встретились. Миха, кадета давно знаешь. Не знаю, кто это. С днюха, Михаил, всех благ. Не очень. Не очень будет трек. Либо что не очень. Или трансляция не очень. Если что-то не слышно, пишите. Нюхай, Михаил. А, ес. Братишка, с днем рождения. Будь здоров. Так, рады новыми треками, чтобы музыка была с тобой от души. Миша, привет, Царихова Борисова, с днем рождения. Спасибо за творчество. Родина. Повторим взгляд на вещи. Да, паук сейчас в Америке, видел его фотки из Бруклина. Не знаю, кто это. Почему правит? Правит же, когда по минимуму львов и по максимуму самочек. Шаришь, походу. Мишаня, делай 3-1 красиво. 3-1 будет всегда делать красиво, друзья. От Уфы привет большой. Куда он пропал? Спасибо за лайки. Валюша, пожалуйста, привет передай. Передай привет. Уважение из Крыма. Да, тоже большое. Ну, а мы что? Мы пишем. Дальше продолжаем писать треки. Очень много будет всего интересного.
Будет много интересного на концерте, всяких приколюх готовим. Да, и в Ижевск тоже мерч привезем. Не, совместок не будет. Ну, а что, много всего. Скоро буду бить татухи наконец-то у себя. Будем надеяться. Городу Вача привет, не знаю где это, но трек нужен, как заморозка деснам. Брат, не молчи, со мной кричи. Привет из Питера, знаком с Луперкалем, может совместку, не знаком, честно. С Днюхой Запорожье в деле. В передачах будешь? Постоянно участвую, постоянно что-то передаем. Передаем кому-то что-то, от кого-то что-то получаем, правит ноты краем, знаете это. Поэтому все будет хорошо, ребят. Шапка почем? Мне кажется, будет 850 рублей стоить. На такое ощущение. Шапки огонь. Как у Гены шапка на фотке, скорее всего, не будет, потому что это эксклюзивная серия, их очень мало. Такой цвет мы просто сделали, не знаю, там сколько серия, наверное, штук 50, их, они просто разойдутся по своим. Их уже осталось 5 у меня в машине. Шапка с калашом у, как мне сказали, у Black Star, поэтому, наверное, зачем повторяться на свой стиль. С логотипом КД будут шапки и балахоны, все будет. Желаю здоровья, крепкой семьи, и чтобы дальше радовался своим творчеством. Да, я очень радую, в последнее время просто очень устаю в связи с тем, что очень хотел для вас сделать качественный материал, крутые видосы и хороший мерч, и очень сильно нервничал, потому что хотел порадовать тех, кто так долго ждал. Прайд дружен по-любому вот здесь, просто без всякого. Я, ну, жил так всегда, и несмотря на то, что мы не виделись, про это, ну, да это я просто был с эти годы с этим. Поэтому, ребята, если ничего не случится со мной, то Прайд будет здесь надолго. День рождения, грустный праздник, верно. Начало-начало, шапка заебись, шапки огонь, клипы ожидать, конечно. Меня легавые с майкой такой тормознули в Минске. В Минске лучше так не ходить, потому что мне кажется, что для вас мы сделаем другой мерч. Там Анни в Тигас, красавцы. Ну, хотя, мужик, давай в Саратов, Миха. Был в Саратове, еще будем. В Тулу приедем. Проектов. Блин, очень много проектов разные. Не успеваю, не сплю почти. Новые треки скоро. Сейчас, секунду. Серьезно, даже не знаю, какую носить. Так. Все эти шапки, да, как на мне, будут со всеми лого в разных цветах. Они прошиты еще по-разному. 3-1 так, здесь так. Очень интересная тема. Мне нравится. Я как для себя, друзья, они всем идут. Ульянок со мной тоже. На финики гоняю. Люблю эту марку очень. На концерте в Днепре был огонь. Еще будем. Миха, с днем рождения. Я что-то не нашел сайт. Сайт скоро будет. Забыл какой. Потому что старый, потерян. Антон Апальчик. Здорово, Миха. В Башкирии тебя ждет. Дома сидишь? Да, сейчас дома. Привет из Краса. Когда альбом новый? Трудно сказать. Угу. Inside Show будет, мне кажется, в декабре, по-моему. От души. Я вас тоже. Там Аня в Тигас, огонь, чувак. Чай китайский завариваешь? Да, до 5 утра. Пуэр сегодня с Димоном колбасили. Ох, Илюха, спасибо тебе за чаек, брат. Распробовал эту нефть.
Сегодня кофе отхожу, понял? Править со старым долгом вместе беру сразу. Не понимаю, о чем это. С Мордовии привет. На концерте будем от души. 9-1-1, где шапку поднял. С пола. Мишаня Днюха, в Украину получится заглянуть. Общались, Банги Хэп, да. Братишка, будь здоров, Днюха, Сургут тебя поздравляет. Брянск, Луганск, в деле от души, парни. Когда в Поволжье. А, всех вас уважаю, как круто, что вы есть. Сейчас сделаем. Альбом новый везде, мне кажется, будет. А сейчас скачать нигде нельзя. Мелодия с колокольчиком. Да, это одного рэпера. Киток на репите от души. У меня тоже последние дни. Шоу сниматься планируешь? В каком? Не. На день рождения. Наверное, Сатива. Первой половине дня, а Индика на второй. Давай в Минск. Пролетарский привет из глубин. Мерч Луики Дог. Что это, я не понимаю. А балахоны будут? Да, будут. Крутые, вот, буквально. Да не перед концертом будут. На концерте уже будет нормального мерча много. Спасибо, вам тоже удачи. Отмечаю. Просто, блин, не бухаю, все такое там. В спорте постоянно. Михаила Глаголева. Понимаю. Мишка, где твоя сберкнижка? В смысле, у меня бит с наклейкой красное дерево. Ты что такой грустный, улыбнись? Да. С Мурманска, привет, приезжай к нам. Стюха, общаешься? Чем он сейчас занимается? Стюхой общаюсь, сейчас он дома. Что-то творит, опять делает. Нижний Новгород тебя ждет. Тоже ждем. Нижний у нас. Сами тоже были в Нижнем много раз. Миха с Ильей будут еще треки? Будут. И треки будут огненные. И вот сейчас, в данный момент, мы делаем композицию очень сильную. Очень. Я под впечатлением от Илюхиного куплета. Он разорвал, мне кажется, просто... Ну, всех, кого я на данный момент знаю. Не вру. Илюха, ты все знаешь сам. С Антохой МС, наверное, возможно, нет связи. Антоха, тоже привет. Я рад, что у него все получается, что он задумал. Машина. Обнял тебя. Привет из Санкт-Петербурга. Почему ВК-трансляции не бывает, я не знаю. Честно, что-то не пробовал. Шапки, говорю, скорее всего, 850 рублей, я так понимаю, насколько я понял. Да? И это вообще... Илюха тут, привет. Что-то не видел Илюху. Хала, брат, Знюха, Миш, успехов, всех благ. Ждем в Пензе. От души, Михаил, Знюха, к футболку пришлешь. Если ты тот самый победитель, либо что-то еще, то ты получишь вот-вот ее. Самецка с ДЦФМ будет что-то? Нет, конечно. С днем рождения, привет из Польши. И вам летит. Был там, купил там, помню, два кастета и какой-то штык-нож отняли в Берлине. Димон был и рус со мной, вы помните, это парня, это было жестко. Миха, если жизнь на Марсе, в Газгольдер Шоу придешь, меня не звали. Миша, ты смотрел интервью Руста? Посмотрел. Привет из Уфы. Давай совместно с Драмматикс. Что-то ты, блин, не знаю, кто это. Миша, с днем рождения от ВРВ. Кто поет припев песни про товарищей милиционеров? Мелочь, по-моему, как там, из ансамбля Надежды Бабкиной, по-моему, это вообще жесть. Так, с днем рождения, да, кто-то в метро слушает, в метро плохо слышно. Все, душа, сейчас будем стараться. На концерте классика будет или все новое? Хочу услышать один. Ну, будет больше 20 треков. Там нормально застелю, вот, поэтому будет старые. Много. С двух альбомов нормально. Сделаем все по красоте вообще. И новое тоже будет. И будет еще то, что, я думаю, вы не ожидаете, ребята. Я сам в шоке. Сломаем сцену, скорее всего. Со мной будет вся банда. Ну, и Димон 1.8, и Гром, и вообще, то есть, все по полной. Александр Удут и приедет.
Вот, это в Питере, в Мочканевом также конкретно. Вот со мной будут еще пацаны. В общем, готовим сюрпризы. Да, фристайл там был Джа. По-моему, да. Да, 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 Миша фаталист. Как бы он делает, если то делает. Поэтому, если я в теме, ну, приходится делать. Я не понимаю, как можно не делать, если вы ждете. Поэтому мы двигаемся. Парни со мной, они поддерживают меня. Спасибо, ребята, вы знаете, как вы мне все дороги. И благодаря вам все это делается. Ну и благодаря вам, что вот, вот вы, вот все, кто пишет, и еще все хорошие люди. Совместки пока только со своими парнями. Пока не хотел бы оглашать людей, с которыми мне еще непонятно. С Удутом зачитаем обязательно. С Рустом не поддерживаю связь. Зачитай кишки. Помимо музыки занимаюсь вообще всем. Помимо инсайд-шоу еще будут интересные темы. Все возможно, да, интервью, все. Октябрьский тебе привет. Здоровья тебе и твоим близким. А души чехол сколько стоит? Я не знаю пока, честно. Самару, если приедете всем составом, придет очень много народу. Приедем, конечно. Грешник Миша, мужик, ты лучший сын, и понравился трек «Осень». Скину видос тебе от души, кидай. С днем рождения, Мишани, всех благ. Русский, с Абхазии, с днюхой. От души. С омскими поддерживаю связь. Общаемся с некоторыми, да. Мик слышал «Железных пчел»? Нет. Что там с футболкой? Скоро будет. В Германию? Да, отправим. С Декши есть у вас? Отправим, конечно. Недорогой будет, нормально все будет. Шапки. От души, да, чат ВК нормально. Шапку с надписью «Православный партизан». Да, сделаю. Футболки такие будут сейчас. От души. Спасибо, Олег. С тобой ли будет с прайдом? Нет. Здоровья жене, дети, родителям. Миха, берегись, я жму руку. Так, спасибо. Саратов, Знюха, Миха. За 15 лет изменился ли я очень сильно? Мне кажется. Очень много всего было и пришлось крепиться. Мишаня, когда с туром по городам? Я не знаю про это. Вообще не в курсе. Там у меня есть человек, который как бы этим рулит, и пока вообще не двигаюсь по этим направлениям. Есть вот два города, Питер и Москва. 9 ноября в 16 тонн и 22 декабря в клубе «Экшн». Вот, все остальное не загадываю, просто хочу делать. Просто хочу делать треки. Так. От души. С днем рождения, с днем рождения. С нюхой, братское сердце, от души. В Калугу давай. Ебой. В Казахстане ждут, я был там много раз. Все вообще круто всегда встречали. Я сам не ожидал услышать свои треки. Гром будет. Да, зомбизнес мне тоже нравился. Как раз шапка нужна. Как бы добыть шапку КД? Заказать? Как будет на концерте? Я уже говорил, все будут. Гром будет, конечно. Гром по полной качнет. Тоже готовит сюрприз. На, ульи чай, что надо, согласен. Чайная каста рулит. Братуха в деле вообще всегда. Только чайная каста. Все подряд. Габа медовая. Пуэрчик. Я все распробовал. Минск. Уважение вам. В кино сниматься. Я не знаю еще, что это такое. В своем только. Мы снимем сериал, мне кажется, скоро. Есть куча идей. Я надеюсь, вам понравится.
Так. Нет, вечно не общаемся. Согласен. Если нужна шапка православный партизан, друзья, я сделаю ее скоро. Будь Кавказ, тоже привет. Да, Илья, русский Милан, так и есть. Вы сейчас услышите его куплет. Ребята, это бомбело вообще. Рустам, нет, не поздравил. И не должен. Меня поздравляли близкие сегодня и друзья. Совместно с 25-17. Не знаю, ребята, мы не общаемся с ними давно так. Раньше общались, и ребята серьезно качают, и куда мне? Окси, материал не близок, я что-то не слышал вообще, честно, не знаю, не могу судить. 20 треков, да больше даже, Сергей, мне кажется, больше 20 я рубану. Сейчас у меня в трек-листе там 22, что ли, думаю еще пока, потому что один трек еще не готов даже. Просто хотелось для вас сделать сюрприз. Поэтому буду стараться очень за эти дни сделать все четко. Видео, да, будем делать, я надеюсь, вообще клипов снимем. Подтягивайтесь все, качнем нормально. Это будет серьезно. Миха в деле, тату на теле, верно? Блин, это долгая история, почему 31-й проект. Я, мне кажется, я расскажу или рассказал уже. В Ижевске был, еще буду. Так, добавь экспорта. Блин, да что ж такое? Тарас, брателла. Трутень здесь с нами, вот он в деле снова. Отлично. Мы готовим пушку. Точнее, братуха готовит ее, скоро запустит. Незнакомая. В Минск, ну, приедем тоже обязательно. С когда будет фит? Гена, что ты, брат? Брянск ждет. Снебро трек был бы тема. Блин, не знаем друг друга. Да, что-то слышал. По-моему, нормально делают парни. С Гуфом треков запиши. Что-то не знакомый так. Гром все глумится по-любому. Грома будет еще фит с КД. Да, постоянно. Вот в работе там, блядь, не знаю, 10 треков. Брат, ты знаешь, Ген, заскакивай на любой из них. Мишаня и Баша души. Клевые шторы. Да, да, мне пришлось сегодня вот в этой обстановке, потому что по-другому не получилось. У меня с интернетом проблемы. Я помню, последний раз в трансляции совсем было грустно, поэтому решил в этот раз, чтобы все в порядке. Сейчас, ребяточки. Вот так. Ну, за что сидел? Статья какая, блядь. Трек Миша в деле самый бешеный. Геннадий Красава. Вот, ребята, даже новая приколюха. Салам из Харькова. Миша, большое уважение тебе и вам большое уважение. Да чего все время выскакивать такое? Не шарю я вот в этих делах-то сейчас. На Самарск, на Амуре.
Хабаровске. Так, небом. В Украине ждут, в любой город давай. Залы забиты будут. Сережа, ты, брат, от души. Уфа ждет. Сколько очень сложно тебе время провел в местах решения свободы, если это имело место быть. Блять, за что? Почему? Почему все должны чалиться? Друзья мои, вы знаете, что Бог нас милует. Все время чики-пики. Ее Мишаня, Тверь не катит. Тверь катит. Почаще заходи, не пропадай, зато настоящий не пропащий. А мы заходим как раз в месяц. Смысл вот тоже друг другу надоедать. Я могу... Это, да и время, вы видите. Время, ну, блядь, вообще. Его просто нету. Генов в чате шутит. И никто не остановит, запиши свой куплет. Не, мы не будем больше этот трек делать. Его больше нету. Как научиться заваривать чай? Я думаю, нужно посмотреть чайные касты Инстаграм. Мне кажется, там есть. Или Илюхины влоги. Этикетка. Я понял. Я тоже. Йоу. С днюха, Мишаня, фарты, масти, море, удачи, дачу, море. Желаю тебе, разорви их всех. Человек, все дела, красава. Миха, спать иди, устал уже, сил набирайся. Спасибо, ты все понял. Действительно так и есть. Как заказать мерч? Я уже говорил, ждем новых треков. Как насчет привлечения молодых МЦ? Хлеборобный, и... Мы сделаем, ты знаешь. Тебе тоже всех благ. Я уже об этом говорил. Мишаня, приветик. И вам приветик. И у меня улыбка от вас. Не сходила бы, если бы я так сильно бы не старался бы вас порадовать 9-го. Все будет четко. Для настоящего парня усталость это нормально. Мияги делают, вообще парни качают. Их слышал. Не получилось не услышать. Везде играл. На 9.1.1 хочу очень клип. С ребятами буду говорить, я думаю, они не против. Парни, если вы здесь, маякните. Знюхай, спасибо. Не. 5 литров, брат. 5. И еще... Я делал много всего. С Рэмом было бы неплохо. Дига, дига, йоу. Тебе от души летит просто салам конкретный из моей местности. Мы с тобой, я думаю, сделаем. Почему не оригинальные вопросы? Вообще крутые вопросы выбрали, я считаю. Я лично за них голосовал. У нас собралось 12 человек за столом из Прайда. Мы, я считаю, нормально проголосовали. Вот. Это был серьезный жребий. Футболки улетели. Техник. Я не знаю, какие техники. Со времен Дотсфэма меня слушаешь. Ну, ты серьезно? Сколько же тебе? Полтинник? Татуировок у меня, я даже не знаю, тяжело считать. Дед помер. Вот что, царство небесное. Так. Да, успехов. В общем, ладно, будем, наверное, завязывать, друзья мои. Спасибо вам за ваши крутые комментарии, за то, что поздравили меня в этот день. Я хотел с вами провести немного этого времени. Грустного своего праздника, потому что днюхи такой момент.
Вот. Но этот год мы сделаем дела. Поверьте, мы еще увидимся. Я каждого из вас ценю. Спасибо, что вы есть. Еще, да, 7 месяцев назад я даже предположить не мог, что это все будет происходить. Каждый из вас просто здесь, в моем сердце. Проект реально дружен, проект реально в деле, я чувствую это. Это не просто слова, вы знаете. Держите краба, вот моя рука. Я вас обнимаю, берегите своих близких. Скоро увидимся, 9 ноября. Торопитесь, друзья, билетов не осталось.